Задолго до праздника воспитатели детского сада «Пчелка» вместе с ребятами старшей группы начали трудиться над макетом Утрижского заповедника. Кропотливая работа растянулась на полгода. Основным материалом послужил бисер. И, по словам педагогов, выбрали бусины не случайно. Так как детский сад у нас компенсирующего вида, и детки у нас с нарушением опорно-двигательного аппарата, поэтому это идет и внимание, и усидчивость. И развитие мелкой моторики. С ясельной группы малышам прививали любовь к окружающей среде. И на вопрос, нужно ли оберегать природу, все единодушно ответили согласием. Ее нужно оберегать, потому что не будет зверей, не будет никого на земле. Потому что мы все на одной планете живем. Растения – это очень-очень важные живые организмы, которые выдают кислород. Нужно оберегать природу, потому что там тоже польза. Коллектив детского сада и не предполагал, что их макет займет первое место в конкурсе в номинации «Лучший макет заповедный уголок Утриша». На церемонии награждения участников и победителей воспитатели не сдерживали слезы радости. С таким интересом, желанием они у нас работали. Мы даже сами не ожидали, что у нас будет такой результат. Действительно счастливы. И чувства, эмоции переполняют. На конкурсе было представлено множество работ учеников, дошкольников и жителей Анапы. Организаторы праздника, заповедник Утриш, наградил грамотами всех победителей и подарил им подарки. Акция проводилась в целях организации общественной поддержки природного заповедника Утриш, привлечения внимания населения к вопросам охраны природы и воспитания чувства гордости за природное наследие. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Андрей Стародубцев, Анапа регион.